Артур Смольянинов после начала инцидента в Украине стал резко критиковать Россию и уехал за рубеж. Кстати, актер сейчас находится в Соединенных Штатах. Его бывшая супруга Дарья Мельникова осталась не только без помощи в воспитании сыновей, но и вынуждена выплачивать ипотеку, которую в свое время они со Смольяниновым брали. Мельникова говорит, что у Артура не было какой-либо собственности, однако алименты он выплачивал добросовестно. Теперь же сбежавший в США актер не помогает детям никак. А если Дарья не найдет денег на ипотеку, ее с детьми просто выселят. Ну что же, ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Неплатежеспособных, просьба не беспокоить, печально пошутила актриса в микроблоге.